Я вам отвечаю, как есть. Ну зачем вы берете в руки от третьего лица документы? Вы нарушаете и совершаете должностное преступление. Какое должностное преступление? Вы о чем? Превышаете свои полномочия о том... Где я превысил? Ну где, где? Я вас потом узнаем. Я вам газом что-то сделал. А что только в этом, что ли, заключается превышение? Только бить умеете только... или газом пускать? Когда я приступил ваши права, прямые обязанности, прямо вот по закону. А закамливаться будете? Конечно. Все тут позволяют. Давайте, проявлю добрую волю. Адрес-то будете давать, нет? Какой адрес? Указал уже. Не будете давать? Нет. Телефон тоже не будете давать? Нет. Первая галочка, оспариваю, либо не оспариваю. То только надо писать оспариваю, либо не оспариваю. Больше ничего там не надо писать. Вы не слышите, здесь объяснение никакое не надо давать. Будете давать здесь объяснение. Вы оспариваете, будете давать объяснение давать здесь. Здесь не надо не давать никакое объяснение. Здесь только надо писать оспариваю, либо не оспариваю. Объяснение будете здесь давать. Ладно, блин. Задумала, блин. Мне тоже надо шоколад. Мне тоже надо шоколад. Я тоже хочу шоколад. Денис Владимирович, вы против постановления? Порчу? Конечно. Это документ. Я вам сказал, здесь объяснение будете здесь давать. Здесь только надо написать оспариваю, либо не оспариваю. Ну, я написал оспариваю, только... Не одним словом, а несколькими. Какая разница? Хорошо, а фамилия инициалы ваши? У меня нет фамилии инициалы. Я ставлю CF by AR. Ниже еще так же. Тут за что? Копию я еще не получал. Копию я не получал. Я вам вручу копию. Вручайте, я же не получил. Как я буду расписывать? Один раз я один подписался уже, один он ехал с копией, что? Это за правонарушение и за копию. Я вам копию вручу. Вручу, и я в будущем подпишу, понимаете, в будущем? Так вы за копию распишитесь, то, что я вам ее отдаю. Так ты вы мне ее отдавайте. Так вы распишите, чтобы я вам ее дал. Она же здесь, она же на двусторонней бумаге. Ну так я и там могу сделать такую же. Так она здесь же и останется. Давайте, прямо сейчас отдадим? Конечно. Вот прямо сейчас. Слово даете? Даю вам слово, прямо сейчас отдаю. Здесь такую же подпись ставите. Так, by A R. Здесь тоже так же надо. C. Середине. Вот еще. А тут подождите, вы мне тут. Это за копию. Это за событие правонарушения. Ну вот же. Нет, это вы. Вы, я вам сказал, не оспариваю фамилии инициалы. Либо оспариваю фамилии инициалы. Но... Это за событие правонарушения. Вот за оспариваю я подписался. Вот, это сейчас за событие правонарушения. Не надо, тут написано, права и обязанности статья не разъяснены. Статья 20-25. Но, а мне никто их не разъяснял. Статья 20-25 это неуплата штрафа в срок. Ну все, мне никто не разъяснял. Я вас разъяснил, ознакомил, пожалуйста. Да ничего не разъясняли, у меня все записано. Подписывать ничего не буду. Копию обещали отдать. Я вам только что объяснил, по статье 25.1 это лицо, в отношении которого ведется правонарушение. Так только что мне не надо. Я вам только что объяснял, что значит вы же записываете. Копию обещали отдать. Вот видите, опять обманули. Я вам сейчас отдам копию. Так сейчас, немедленно хочу. Вы не расписывайтесь, я при понятых вам ее отдам. Вы скажите, что вы не будете там расписываться. Я не обязан ждать ваших. Как вы не обязаны? Ну так это. Мы составляем процессуальные документы. Но... До конца составления процессуальных документов вы никуда не приедете. Любой человек может уйти из составления. Здравствуйте. Вот смотрите, суд идет. Инспектор ДПС лейтенант Козлов Александр Сергеевич. Гражданина ознакомливаю за правонарушение. Перевозил пассажира не пристегнутого ремнем безопасности. Сделаем вот такие. Статья 51. Это не обязанность. За событие правонарушения, за статью 20.25, за неуплату штрафа в срок. Предлагаю ему расписаться за то, что я его ознакомливал. Будете записываться. Да. Подождите минуточку, у меня вопрос. Я же могу задавать вопросы? Вы слышали до этого, как подъехали, что он мне что-то разъяснял? До этого слышали? Я просто подъехал, как бы все, и меня вот остановили. Отлично. То есть... Гражданин с данным правонарушением не согласен. Вы в первый раз слышите, что он мне сейчас разъясняет, да? Ну, как бы да. Вот, как бы да. Все, благодарствую.
Все, можете быть свободны. Нет. Это его слушать не обязаны вы. Вы можете ехать по своим делам. Мы тут надолго, 5 часов можем простоять. Езжайте, езжайте, если хотите. Он вам не указ. Это добровольное дело. Скажите, что вам некогда, да и все. Нет, мне реально там, на этом дела серьезно. Ну все, езжай. Мужчина! Езжай, езжай! Че ты его слушаешь? Они сейчас пугать тебя будут страшилками всякими. А, что он как будто бы присутствовал, да? Сфальсифицируете? Ну давайте, фальсифицируйте. Сейчас он то же самое вас будет спрашивать. Он уже дал все объяснения на видео. Зря ему дали права. Вас для чего остановили, не подскажете? Хотите быть понятым? Если некогда, можете отказаться. Они вам забывают об этом говорить? Я просто напоминаю их должностную инструкцию. Они всегда забывают, что вы можете участвовать только добровольно. Если не хотите, можете ехать. Согласился? Вы сейчас психологически давите на них. Вы тоже нарушаете. Они не заведенционы в лице. Подождите. Поэтому зачем вы начинаете? Разъясните их права. Это психологическое давление? Разъясните их права. Вы считаете? Вы сейчас приходите, вы можете отказаться. Ну, зачем вы на них давите? Я же просто сообщил. Я изначально предложил. Они согласились. В чем проблема? Вот ну, проблема также... в том, что он в любой так момент может... Вы также нарушаете сейчас их гражданские права. Они могут быть поняты? Могут. Они согласились. Согласились. В чем проблема? Так он в любой момент вы может отказаться. Даже я после вам того... изначально уже сказал, вы нарушаете. Зачем вы продолжаете эту демагогию? Видите, демагогия какая. Значит, суть, они что хотят подтвердить? Что они мне разъясняли права, понимаете? Вы, приезжая сюда, слышали до этого момента, что они мне разъясняли права? Они сейчас это будут с вас требовать подтвердить. Вот в настоящем времени, до этого момента, вы слышали, что они мне что-то разъясняли? Конкретно ответьте на вопрос. Если вы не слышали, вы так и говорите, что вы не слышали. А врать это тут не положено. Я могу приехать, у меня просто как будто желающий есть. Человек, отпустите, видите, он просит, вы что его задерживаете? А что подождать, ему сейчас надо ехать. А что человека-то задерживаете? Он вот третий раз говорит, что ему ехать надо. Вы ограничиваете его передвижение. Я сейчас остановлюсь. Счастливого пути. Можете идти. Да, можете идти. Вы извинились бы хотя бы, что неправомерно останавливали. Я продолжаю, если вы сможете ехать. Неправомерно? Вы считаете это неправильно? Я предложил, они согласились, время просто не подошло. В чем проблема? И они поехали дальше. Вы сейчас вот не понимаете. Начинаете... Ну а зачем вы их нарушали передвижение, право на передвижение? Они вот стояли... Я на основании 164-го. Лишние 10 минут. 84-й пункт есть. Для привлечения в качестве понятых есть. Я на основании приказов, реально законов работаю. Зачем вы начинаете говорить такую ересь сами? Это, это ересь вы считаете? То, сами... что... То, что человек ехал, вы его ограничили в передвижении, это ересь. Мы встречались один раз. То же самое было. Так мы же в одной деревне живем. Это то же самое, за перевозку ребенка было так же. И вам все так же разъясняли, если вы не понимаете. Так вы ничего не разъясняли. То, что вас суды прикрывают, это не значит, что вы правы. Так вы тоже вы... можете. Все вот это видео, которое вы записываете, его монтируете себя хорошо на компьютере, потом в суд предоставляете, что так и было. Но. Молодцы. Я могу без монтажа это все сделать. Пожалуйста, сделайте все же сделал. Прям полноценный. Полноценную предоставлю. Вы нарушение. Примите это обращение. На водителя нарушает правила ПДД. Один он уехал, не захотел принять. Майор. Или как? Майор?
вроде я посмотрел. Владимир Ильич, расшите документы на транспортное средство, будьте добры. Так у вас база есть, вы только что пробили по базе. База, ФИЦ, пробивайте. Я уже вам все предоставил. Дай мне. Я там на машине оставил. Наши документы, ваши документы нужны ваши. Вам сразу все отдали. Чего, блядь? Не сразу, а через полчаса. Зачем вы так вот ограничили? Вот данные вы назвали, вам бы... Вот стака вам же дадут, вот там и напишите. Есть же места. Ну что я могу хоть где писать? Кто меня запрещает? Что не запрещено, то разрешено, правильно? Да, правильно. Вот именно что... Да, разрешительное, запретительное право. Учите, пожалуйста. Так покажите, вы же такой умный, тоже покажите, пожалуйста. Так вот в том-то и дело, что... А почему вы не можете показать? Вот вы сейчас... Нечего показывать. Что не запрещено, то разрешено. Раз этого нет нигде... Вы живете на территории Российской Федерации. А где у Российской Федерации территория? Против Конституции. Границами. Сейчас город Нижнетагил находится в составе... субъекта Российской Федерации, Свердловская область, который находит в состав Российской Федерации. Но. А юрисдикция Российской Федерации знаете, где осуществляется? Хорошо, расскажите мне. На континентальном шельфе, на морском дне. Так что здесь не юрисдикция Российской Федерации. Списываться-то будете постановление? Конечно. Как человек. А не как персона. Так, а что тут много этих? Строчки можно перечеркнуть, которые не заполнены? Их не надо, они не заполняются. Тогда перечеркнуть. Они не заполняются, нельзя дочеркаться, в документе нельзя. Тогда сами перечеркнуть. Оно не будет заполняться. Или... Я при вас копию отдам, у вас будет то же самое копия в руках. Ничего не будет перечеркнуто, изменения без вас носиться никакие не имеются, не имеем, мы не имеем права носить без вас какие-либо изменения. У вас будет копия на руках, идентичная этому же протоколу. Идентичная, обещаю. Идентичная, обещаю. А как вы же можете потом ее сравнить? Сравним. Конечно. Значит, объясняю. Вот, подождите, нет. За статью 51 подпись. Я не слышал ее. Я вам только что разъяснил. Но... Вы имеете право не свидетельствовать против себя, своих близких, родственников. Ну, это не разъяснение, это зачитание. Я напишу, не разъяснил. Как не разъяснил? Я вам только что разъяснил. Так, объяснение. Не совершал. Как пишете? Не совершал. Требуется зачитник рассмотреть по месту регистрации. На смс-оповещение согласны? Номер телефончика ваш укажите, у вас будет смс-оповещение, когда будет рассматриваться. Нет. Так, замечания по составлению протокола у вас есть? Есть замечания. Если нету, подпись? Есть. Какие замечания? Присутствуют пустые строки. А за копию-то распишитесь, я вам копию сейчас вручу. Опять вручите? Ту конечно, еще не вручу. Я вам сейчас все вручу. Так вы обманули один раз. Я вам вручу сейчас все копии, что вы переживаете? Я вас не обманывал еще ни в чем. Нет. Я вам сейчас все зачитал. Зачитал. Будете ставить. После, еще добавьте, вот. Что после составления всех материалов, да? Я же вам еще копию не вручил, я вас ознакомил ведь. Я вам уже рассказывал. Ну видите, ну, ставьте вот подпись ваша там как человек, там как человек. Давайте как человек. Вот сюда вот. Так. Вот галочка. Вот. Не, да подождите, галочка. Я знаю, что делать. После составления материала. Ну и подпись тогда. Человек, Денис. Ну, если, допустим, изменения какие-то будут, вы согласны? Да нет, говорю нет. Какие изменения в протоколе могут быть? Вы что тут устроили цирк? Изменения без вас носиться никакие не имеются, мы не имеем права носить без вас какие-либо изменения. Я не про изменения, я вам про смс. Да нет, третий или пятый раз говорю. В чем тут отказ? Я не отказался, я говорю, что не согласен. Ну, наверное, так это у вас формулируется. Так я вам и говорю. Я не согласен на само смс-информирование, понимаете? Вы отказываете составлять? Да пишите отказываюсь, если это для вас одно и то же. Хотя это разные вещи. На досуге почитайте. У вас нет досуга, да? Все в делах, штрафы клепаете на людей. Служебный. Нет, конечно. Это вы дома расскажите. А что Мегалита поздно включил?
Не было мигалей. Не будешь, да, составлять? Сейчас составлять. Протокол на водителя. Потом, если хотите, можете составить, отправить жалобу на него. Ладно, потом отправим, хорошо? Все, писали. Все.